В Атырауской области не хватает порядка 600 учителей. Ситуацию усугубляют аварийные и трехсменные школы. По мере приближения нового учебного года родители испытывают большое беспокойство. Они вынуждены переводить детей в другие школы, ведь некоторые образовательные учреждения не готовы к началу учебного года. Подробности расскажет наш корреспондент. Школа лицей номер 16 имени Жапага Каражигитова – одна из трехсменных учебных заведений города. В стенах школы новый учебный год начнут 2590 детей. Сейчас здесь не хватает порядка 10 кадров. Нужны учителя математики, русского языка и литературы. Из-за нехватки кадров специалисты вынуждены работать сверхурочно. В русских классах у нас дефицит учителей. Сейчас проходят специальные конкурсы по привлечению кадров в регион. Ждем результаты. Общее количество необходимых кадров перевалило за 600. Из них 400 учителей с русским языком обучения. По данным городского отдела образования, в первую очередь в школах наблюдается нехватка учителей физики, биологии, математики, химии и начальных классов. В некоторых школах работают учителя пенсионного возраста из-за нехватки кадров. По этим дисциплинам мы в некоторых случаях с согласия работодателя включаем и учителей пенсионного возраста. Акиматом Атырауской области с 2017 года выделены гранты Акима за счет местного бюджета, в основном для подготовки учителей русских классов. По словам специалистов, одна из основных причин нехватки кадров – низкая заработная плата и много сложностей при устройстве на работу. Чтобы стать учителем, мало иметь диплом. Нужно соответствующее портфолио. Комиссия проверяет квалификационное соответствие. Затем необходимо сдать тест. Многие его не проходят. Если учителя проходят тест, то проверяются личностные качества учителя. Может ли этот человек работать с детьми? Айдана Каримова, Айбек Байзак, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42, Атырау.